Так, котики, ну что, приехали мы сюда, уже успели искупаться, уже многое успели. Что-то сначала я вам видео не сняла, снимала на Инстаграм, и не хотелось дублировать, если честно. Вот, так что подписывайтесь на Инстаграм, там вообще все онлайн почти, да? И иногда вот на камеру даже не хочется снимать, потому что вроде в Инстаграм уже все сняла, но я понимаю, что в Инстаграме не все. Вот. Сейчас я вам покажу рум-тур, да? Куда мы приехали. Это Темирницкий отель, такое место отдыха, потому что здесь большой бассейн, несколько баров, рестораны, потом просто зона отдыха, лежаки и номера. Мы взяли номер, называется «Розовый бриллиант». Вот. Сейчас я вам его покажу. Так, сюда заходишь, вот наш номер, да, здесь большой шкаф с вещами, постельным, шкафы, в общем, все, что нужно. Потом здесь у нас висело два халата, но так как сейчас жарко, то нам эти халаты не нужны. Я здесь просто повесила свой сарафан. Вот. Это комната ванная. Мы уже кинули два полотенца. Все нормально, так цивильненько. Вот. Зеркало большое. Здесь совсем мало всего я взяла. Кстати, и так и мы не воспользовались. Вот что-то я его даже не хочу. Все, мы в теньке лежим. Не хочу даже. Мне лень вообще всем мазаться. Умывалку взяла от Mary Kay. Крем для лица, вот для волос. Штуку надо закончить. Как раз здесь ее оставлю. Вот. Фен, кстати, есть. Я об этом волновалась. Я всегда люблю, чтобы фен был. Сплит-система есть. Мне нравится, что в этой комнате три больших окна. Вот три огромных, получается, да? До пола, от потолка до пола. Здесь ступенечки такие, кровать круглая с зеркалом. Вот. Ну, прикольно, вы знаете, так интересно. Так. Телевизор есть, да, столик. Мы бутылочку вина открыли. Чипсы, ну, это, знаете, так, кто захотелось что-то с собой пожевать взять, перекусить. И почему-то это чипсы именно были, да? Вот Серега раскидал свои штаны тут. Косметичка моя здесь лежит. Надо, кстати, ее отнести в ванну. Потому что, скорее всего, я буду в ванне все это делать. Так, в общем, очень понравилось, девчонки. Правда. Балкон шикарный. Особенно сейчас балкон классный. Потому что солнце ушло. Вот такой рум-тур, ничего такого сверхъестественного, но очень классно отдыхается здесь, если честно. Вообще не хочется уезжать, но, слава богу, мы сейчас и не будем это делать, да, еще рано. Мы, получается, на 24 часа сняли этот номер, стоит это 5000 рублей. Вначале кажется, как бы немножко дороговато, да, ну, всего лишь ночь, да, 5000 рублей. Есть и дешевле просто, да, если сравнивать. Но сюда входит, мы можем сходить еще в баню, Сережка может в баню сходить, я могу сходить в сауну, в спа-процедуры, что еще, бассейн сам сюда входит, и два завтрака мужу и мне, да. То есть, и мы сейчас посчитали, что вот обычный абонемент зайти просто покупаться в бассейне стоит 1700 на человека, да. И ты толком здесь ничего не имеешь, ты только вот бассейн имеешь, и все. То есть выгоднее сюда приезжать реально с ночевкой.
И мы вот хотим Евчика взять в следующий раз. Я говорю, а как Евчиков брать с собой? Она говорит, мы ставим еще одно спальное место здесь. Ну, не раскладушка, говорит, а такая мини-кровать, говорит. Очень удобная, люди не жалуются, говорит, никогда. А это... Ну, мы так подумали, что здесь такая огромная кровать, мы вдвоем, знаете, звездочкой лежим. Что даже если поставят эту кровать, Ева ни за что не захочет с этой круглой слезть. Я говорю, Серега, если что, ты будешь спать, короче, на этой раскладушечке. Вот. Так что мы очень довольны. Тимирницкий, да, центр. Можно набрать в гугле бассейны Ростова и... Ну вот, по-любому найдете, да? Но я постараюсь под видео оставить, конечно, ссылочки. Блин, хотела с нормальной прической вам все заснять, но Сережка в воду кинул. Прям накрашенный, у меня неводостойкая тушь. Черт знает что, короче, произошло. Ладно. В общем, показала вам сейчас рум-тур. Все, толком здесь показывать больше нечего, рассказывать нечего. Отдыхаем. Цены приемлемые. В общем, все. Люблю, целую, всем пока. В общем, котики, решила вам доснять немножко крум-туру, свои отзывы уже после прожитой ночи, да. Кровать вообще неудобная. Вообще. Ну, если я еще сплю нормально, то Сережка, ему приходится в три раза, знаете, скрутиться, потому что ноги просто тупо на пол сразу. В общем, очень маленький диаметр кровати. Она вроде кажется и огромная вначале, но когда ты начинаешь на ней спать, ты понимаешь, что неудобно, короче. А еще у нас тут куча комаров было. Котики, привет! Слушайте, ну что-то здесь совсем темно и сильно громко. Ну ничего. Ну как сказать, есть и очень положительные эмоции, есть и так себе. В общем, накупались, завтра еще позавтракаем, я еще хочу встать очень рано и покупаться одной здесь. В общем, классно, это в центре города, не в центре, на окраине, конечно, ну, на другой стороне, не у нас, а совершенно на другой стороне. Поэтому... Но все равно все очень понравилось. Девочки, с другой стороны тоже есть минусы. Я думала, что здесь есть два ресторана. Один пицца, другой суши. Их нет. Это просто можно заказать, типа, у себя в номер, через сайт, и тебе что-то принесут там. Но это все так, знаете... Не хочу я суши через сайт заказывать. Я хочу прийти, чтобы мне в ресторане его приготовили и всякое такое. Вот. Особенно, ну что, мне здесь выйти некуда, получается. Я думала, что мы здесь выйдем с Сережкой, прогуляемся. Блин, они так громко музыку включают. И, короче, девочки, с Евкой я не знаю, как сюда приезжать. С одной стороны, ей хорошо купаться здесь, там есть детский бассейн. Но с другой стороны, там... Вот ей тоже куда-то пойти. А куда? Все, вот 8 вечера, все, мы сидим здесь, в номере. Вот. Потому что вода холодная уже, да? Солнца нет, холодно. В общем, котики, давайте, наверное, мы с вами немножко переместимся. Очень хочется с вами выйти на улицу, но, блин. Блин, что за фигня? Какой-то, блин, говно какое-то. Опять какой-то нужно... Подключать, что ли, телевизор? Не пойму. Гамно. Ладно, котики, в общем, больше положительного, чем отрицательного. Не знаю, стоит сюда с детьми приезжать, не стоит. Я вот себе бургер заказала с морепродуктами и с пивом. Вот. И все. Так, конечно, все классно, но здесь нечем заняться реально. Вот... 8 часов я уже ушла с бассейна, потому что там холодная вода стала. Солнце ушло, и все, и реально холодная вода. Я не хочу заболеть. Поэтому я ушла. И как бы, ну, и там очень много, знаете, всяких вот этих вот национальных мужчин сидят, пиво попивают, там, ну, такое, телок снимает. Ну, мне это тоже не надо, как бы, да, я поднялась к мужу в номер, да, он тут что-то делал. Вот.
Короче, не знаю, девчонки, если вы одна, одинока, ищете приключения на задницу, то сюда можно прийти и их получить однозначно. Но с ребенком не знаю. В общем, я задумалась, нужна ли здесь Ева, потому что я уже хочу отдохнуть, а эта музыка херачит просто, вот по голове херачит. Меня она уже задолбала, честно. Ну, я старею, наверное, девочки. Вот реально, я, наверное, уже старый, какой-то старпёр, который уже не понимает таких звуков. Но номер классный, сам этот отель хороший, вода чистая, очень классный спа-центр. Но с детьми, не знаю, на ночь точно нет, наверное. Но если только она у вас не ложится 8 часов, у нас просто она обычно не раньше 12 ложится. Ну, это, конечно, все перестроится, когда в школу пойдет, но не сейчас. Ладно, котики, давайте сейчас попробуем выйти на балкон. Вы посмотрите, что там творится. А так вообще, всем пока. Проснулись рано утром, решили свой день начать с бутылочки вина перед завтраком. И сейчас в 8:30 нам принесут завтрак, но, скорее всего, я еще успею поплавать с утра в бассейне, пока там нет никого, потому что так обычно многовато там всех. Ладно, все, котики, смотрите дальше там, заходите, комментируйте. Пока.